Мода на здоровый образ жизни и, как следствие, на правильное питание не стихает уже много лет. По оценкам экспертов, рынок спортивно-оздоровительных товаров и услуг за последние 3 года рос в среднем на 30% в год. Как сегодня обстоят дела в Перми со спросом на здоровое питание, поговорим об этом с Рамилем Письменским, владельцем сервиса доставки правильного питания «Смартфуд Пермь». Здравствуйте, Рамиль. Здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. С удовольствием. Вот давайте сначала разберемся. Вот ниша доставки правильного питания, она очень так активным цветом цветет. С чем это связываете? Ну да, это действительно так. Это совершенно новый рынок для всех регионов России. Я считаю, что люди просто хотят лучше выглядеть, они хотят лучше себя чувствовать. И сейчас такое время, что скорость жизни значительно выше, поэтому мы ценим время, даже потраченное на походы в магазины, на приготовление пищи. Мы можем потратить его на любимые дела. В связи с этим и развивается потребность доставки правильного питания. А также люди просто хотят быть более здоровыми, красивыми и успешными. Это тоже связано, так как если мы питаемся правильно, то мы действительно лучше себя чувствуем и лучше выглядим, и более активны и веселы. А как происходит процесс доставки? Процесс доставки происходит очень просто. В течение 3-минутного телефонного разговора наш менеджер задает вопросы относительно личных данных для того, чтобы уже определить обмен веществ организма. Это необходимое количество калорий, которое человеку нужно для его жизнедеятельности организма, то есть для его органов, мозгов, без физической активности. Затем мы добавляем уровень физической активности и индивидуальные предпочтения, и либо ограничения, например, какие-то аллергены. Дальше по данной заявке наш диетолог и шеф-повар создают специальное индивидуальное 6-разовое меню для клиента. Согласно самых известных диетологов мира, таких как Давид Ян, Дюкан, Королева или Всемирная организация здравоохранения, 6-разовое питание – это то, что необходимо человеку для правильной жизнедеятельности организма. Мы же питаемся обычно 1-2-3 раза в день, и то, если питаемся. В этот момент организм откладывает жиры, так как он переживает стресс. В этот момент у нас неправильно функционирует наша пищеварительная система. Наша печень, которая очищает жиры и вредные вещества с помощью выделения желчи, затем отправляет весь этот мусор в желчный пузырь. Для того, чтобы желчный пузырь произвел вывод всего этого мусора из организма, нужно питаться каждые 3 часа, так как именно в момент питания происходит выброс желчи. Если человек не съел в течение 3 часов пищу, тогда весь этот мусор будет выходить с помощью слизи. Если он не будет выходить с помощью слизи, то он будет выходить через кожу. Если он не будет выходить через кожу, то он будет выходить через опухоли. А это уже онкология, рак и так далее. То есть, если питаться 1 раз в день, можно себе очень много проблем нажить. Да, абсолютно верно. Так, ну и доставляется это 1 раз в день? Да, это доставляется 1 раз в день в любое удобное место и время. Каждое утро или заранее с вечера. В термосумке у нас есть несколько вариантов доставки. Это термосумка с хладоэлементами, очень удобная, специально разработанная для смартфуд. Либо наш фирменный пакет, если людям так удобнее. А в каких городах на данный момент доступен ваш сервис и почему вот Пермь выбрали таким рынком сбыта? Федеральная сеть SmartFood сейчас доступна в 10 городах России и открыли еще 3 филиала в других городах ближнего зарубежья. Это Казахстан, Беларусь. Выбран был город Пермь не случайно, потому что это мой родной город. Я желаю ему процветания и развития и хочу быть частью этого процесса. Как вообще оцениваете объем рынка в Перми? В данный момент есть несколько игроков, занимающихся доставкой здорового питания, но именно в премиум-сегменте нет, их нет. Фактически мы планируем занять 100% рынка
премиум рынка. Наша сильная команда на кухне, так как Константин Аксенин, который является нашим шеф-поваром, ранее прошел отличную школу в ресторане «Живаго», затем повышение квалификации в области здорового питания в Екатеринбурге «Smart Food». Также у нас очень сильная управленческая команда, и мы создали отдельные подразделения как для продвижения всего холдинга, так и интересующие лично нас направления, такие как создание новых кондитерских Smart Cake, которые будут ориентироваться на максимум полезности и максимум эстетичности. Открытие Smart Cake уже будет в этом году, так же, как и открытие Smart Cafe при фитнес-клубе, тоже произойдет в этом году вместе с открытием нового фитнес-клуба премиум-класса. Это все будет в Перми? Это все будет в Перми. Ничего себе. А кто ваш основной клиент? Наш основной клиент – это деловые люди с потребностью комфортного питания. То есть люди, которые ценят время. И также люди, стремящиеся питаться правильно или вынужденные питаться правильно. Кроме них, я бы еще добавил публичных личностей, которым необходимо быть в идеальной форме в ближайшее время. Как планируете продвигаться на территории Перми? На территории Перми мы планируем продвигаться несколькими способами. Один из них – это офлайн-продвижение с помощью партнерских программ и мероприятий. Второй способ – это онлайн-продвижение. Для него мы создали два отдельных подразделения. Один из них – Smart Brand, и второй – это Smart Life. Smart Brand будет заниматься непосредственно маркетингом, онлайн-маркетингом, а Smart Life будет заниматься созданием контента для наших личных блогов, лично моего блога, блога нашего шеф-повара, где будет очень много полезной информации как о предпринимательстве, так и, собственно, о кухне и производстве здорового питания. А про партнерские мероприятия вы сказали, это какие? Ну, например, в настоящий момент мы уже являемся партнерами автосалона Range Rover, где мы проводим кросс-маркетинговые мероприятия. На наших мероприятиях присутствует марка Land Rover, на их мероприятиях присутствует марка Smart Food. Кроме этого, потребители Smart Food получают подарки от Land Rover и наоборот. А с фитнес-клубами и тренерами как-то работаете? Да, мы специально для них разработали партнерскую программу, по которой клиенты тренеров и фитнес-клубов будут достигать своих целей быстрее, питаясь с нами. А тренера и фитнес-клубы, что является абсолютно нормальным, попадают в нашу партнерскую программу и получают определенный кэшбэк. Угу. А это не будет противоречить как-то их собственному бизнесу по организации питания? Конечно, нет. Это дополнительный доход. И кроме этого, клиенты будут действительно более довольны, так как вне тренировок клиент не контролируется фитнес-клубом или тренером, а мы будем поставлять ему необходимое питание конкретно для его тренировок. Какой у вас средний чек? Средний чек варьируется от 1500 до 2500 рублей в день, в зависимости от калорийности, необходимых балансов белков, жиров и углеводов, а также конкретных индивидуальных потребностей. Например, я вегетарианец, и мой рацион составлен с потребностью дополнения морепродуктов и исключением болгарского перца и печени. Качественные морепродукты стоят дороже, соответственно, здесь ценовой диапазон может увеличиваться. Есть люди, которым необходимо готовить специальное питание, например, гастроцентр также является нашим партнером, и мы уже работаем с клиентами, которые имеют очень жесткие потребности в квалификации кухни в области здорового питания. Поэтому наша целевая аудитория достаточно разнообразна.
Средний чек абсолютно индивидуален, но он варьируется, как я уже сказал, от 1500 до 2500 рублей в день. Но есть еще конкретный подход. Некоторые люди покупают у нас программу питания. Например, двухнедельную программу питания, она, естественно, стоит в два раза дороже. Или есть детоксы пятидневные, которые обходятся в 10 тысяч рублей. А про производство расскажите. Мы фактически снесли все, что было внутри помещения в 335 квадратных метров и выстроили заново абсолютно новую современную кухню, в которой присутствует оборудование самых современных технологий, в том числе, например, сувид. Сувид – это способ приготовления в вакууме, затем в терморегулируемом режиме мы готовим, например, мясо, рыбу или птицу, сохраняя всю полезность и органолептические качества, это называется, это консистенция блюда, его плотность, его запах, его вкус. Таким образом, что даже открывая это блюдо на следующий день, вы будете чувствовать его свежеприготовленный вкус. А продукты где берете? Продукты берем, конечно же, у наших основных федеральных поставщиков. Это, например, Академия еды, так как у них есть множество уникальных продуктов. Кроме них, это фермерские хозяйства Пермского края. С ними не так легко оказалось сотрудничать, потому что многие из них не имеют сертификации. Но мы будем в этом отношении стараться как-то им помочь. В районе 300 километров от Перми должны находиться все наши основные поставщики. Это самый правильный способ также питаться правильно. И не надо гнаться куда-то за какими-то заморскими там, технологиями, диетологиями, потому что все на самом деле необходимое нашему организму, оно есть вокруг нас. А как вам кажется, чем ваш подход, подход вашего бизнеса отличается от конкурирующих бизнесов? Также меня отличают подход в эстетике и качестве ингредиентов. Я хочу гордиться тем, что я делаю, а не просто зарабатывать деньги. Последний вопрос. Как считаете, будет развиваться вот дальше рынок таких оздоровительных товаров и услуг в Перми? Да, конечно, обязательно. Почему? Потому что питание является частью превентивной медицины. То есть, если мы будем питаться правильно, то мы не будем посещать огромное количество всех этих больниц, растущих сейчас в нашем городе, как грибы после дождя. Например, я недавно узнал, что Пермь является лидером по онкологии в России. Опять же, откуда корни растут? Люди, как дети, не понимают причинно-следственные связи. Для нас все ответственность находится где-то снаружи. Хотя на самом деле нужно просто питаться правильно, быть физически активным и красиво мыслить. Это залог счастья и успеха. Спасибо вам, Рамиль. Я напоминаю, мы говорили сегодня о перспективах развития рынка правильного питания в Перми с Рамилем Письменским, владельцем сервиса доставки правильного питания «Smart Food Пермь». Оставайтесь на РБК.